Взглянуть на мир глазами известного российского фотографа Александра Тигне-Редно предлагает Ивановский художественный музей. В новой галерее открылась выставка, приуроченная к юбилею автора. Александр Тигне-Редно начинал свою деятельность в качестве фотографа-репортажника. Сотрудничал с десятками изданий в России и за рубежом. Профессия наложила отпечаток на манеру фотографировать. Даже делая портрет, он не делает его вот таким студийным. Он пытается рассказать о человеке, ну, при помощи его портрета. То есть даже мы на этих работах видим, что он пытается передать и характер, и свое даже несколько отношение к тому человеку, которого он фотографирует. То есть, ну, на самом деле это мастерство, которым Александр обладает. В музейной экспозиции представлены лучшие работы автора за 30 лет. Это жанровые черно-белые фотографии из жизни страны, портреты известных людей, снимки из многочисленных командировок по Европе. Очень понравились фотографии из путешествий. Я вот, например, очень часто бываю в Лондоне, мне очень понравились. Другой взгляд на Лондон. Неожиданно, удивительный. И как бы я не знакома была с этим фотографом, я не видела его фотографии, и сегодня для меня это такое открытие. Эти фотографии уже побывали в Англии и Франции, объездили несколько городов России. Раньше ивановцев их увидели жители Шуи, где автор родился и провел детство. Я знаком с фотографом, мы с ним в Плёсе пересекались в прошлом году. Замечательный человек, показал много слайдов, то есть для него этот зал немножко маловат, у него гораздо больше, это понятно. Он молодец, он много ездит, и он не объясняет свои фотографии, фотографии говорит сами за него. То есть каждая фотография, она звучит. Я люблю рассматривать снимки, сначала посмотреть, а потом сравнить название. Вот. Он меня научил выходить из дома. Он сказал хорошую фразу при нашем общении. Рекомендую всем фотографам. На открытие выставки Александр Тигне-Редно приехать не смог. Много работы. Но пообещал в ближайшее время провести в Иванове мастер-класс для всех, кому интересно искусство фотографии. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.